Добрый день, ребята! Ежегодно в последнее воскресенье ноября в России отмечается важный праздник – День Матери. В этом году – 26 ноября. И взрослые, и дети стараются поздравить и порадовать своих мам. С 2020 года в России проходит акция «Мама, я тебя люблю». Волонтеры раздают открытки для подарка маме и незабудки, которые являются символом Дня Матери. Этот нежно-голубой цветок символизирует память и бескорыстную любовь. Именно поэтому мамам дарят букет с этими цветами или поделки с их изображением. И сегодня я хочу вместе с вами сделать вот такую открытку для мамы с незабудками, символом Дня Матери. Для этого нам понадобится розовая бумага, вот такая узорная салфеточка бумажная, голубая бумага, светло-голубая, и зеленая бумага. Степ-лента, если у кого-то есть, а если нет, можно без нее. Складываем розовую бумагу пополам для основы открыточки. Вот так. Приклеиваем салфеточку, складываем пополам салфетку и приклеиваем сначала одну сторону открытки, заднюю часть. Вот так. Ладно. Приклеиваем, чтобы был ровненько. И откладываем в сторонку. Для незабудок мы берем голубую бумагу и вырезаем вот такие пятилистники. Можно взять шаблоны в интернете. Можно сложить и вырезать самим. Вот такие пятилистники. Белым карандашом или маркером здесь мы вот рисуем вот такие полосочки в серединке, вот так. Вот получается у нас так. Вырезаем серединку желтую. Совсем немного понадобится желтой бумаги, серединку незабудки. И приклеиваем. И получаем цветочек. Затем мы карандашиком немножко его согнем. Вот такие у нас получаются цветочки. Вот объемные цветочки. У меня они уже готовы. Их нужно будет 6 или 9 штук. Вырезаем вот такие листики из бумаги. Их можно сделать очень быстро. Сложить пополам. И вырезать произвольно листик. Так получается листик у нас. Из картона или из бумаги складываем вот такие трубочки. Я уже показывала раньше, как это стебельки. Делаем вот так вот. У меня уже готовы стебелечки. И получается у нас вот. Берете по длине и получаем стебелек. Закатываем. Такой стебелек у вас получится. Или делаем из степ-ленты также вот. Вот из такой ленты.
приклеиваем стебельки к основе открыточки. Как вам нравится, расположите. Так вот. Вот так. Приклеивается. Приклеивается у нас так. Не приклеивает у нас. Так, приклеиваем цветочки вот сюда. Немножко подрежем. А здесь мы приклеим половиночки такие. Половиночку можно сделать из цветочка. Так. Еще одну вот так сделаем. Свернем. Половиночка должна получиться. И сюда приклеим. Вырезаем вот такие лепесточки и приклеиваем.
Так. Приклеиваем вторую часть салфетки. Такая открытка у нас получается. Здесь можно написать любимой маме. Вот такая открытка с символом праздника у нас получилась. Желаю вам успехов. Наша открытка готова.